Летняя обрезка английской розы. Она у меня на опоре, я ее веду как плетистую. Это сорт Crown Princess Margaret. Очень красивая роза, видите, я ей дала хорошо процвести для того, чтобы укрепить ее побеги. Это мой метод, я им пользуюсь уже много лет, и он себя оправдывает. Обрезку делаем полного соцветия или кисти, как вам удобно. Над первым пятилистником сохраняем максимально ее рост. Видите, я обрезала кисть, и уже идет новый побег, который даже увенчался бутонами. Вот такой у нее мощный рост. Это совершенно не страшно. Роза даже показывает, где она хочет дальше продолжать свое потомство. Вот я делаю обрезку. Здесь два побега. Видите, один маленький, один большой. Оба они дадут очень хорошее цветение. В принципе, в летней обрезке нет ничего сложного. Здесь удаляются или бутоны, или соцветия кисти. И все это правильно. Но мой метод – это сохранить длину побегов у роз группы шрабов. Посмотрите, уже бутоны и даже окрашенный бутон. Обрезаю то, что отцвело. Совершенно не страшно. И мне кажется, молодым новичкам это хорошая даже помощь. Дайте розе процвести и показать ей, куда ей удобно дальше продолжать свое потомство. Легкая обрезка. А это ее соцветия этим летом очень порадовали.